Сейчас, начинаем. Буквально вот чуть-чуть подлежем и пойдем. Там ух, параллельные ужасы сейчас начнутся. О, будем бояться. Запасайтесь подгузниками там, ну вот этим всем. Ну, я надеюсь, во всяком случае. Да, сегодня Хоррорец вот только вышел несколько часов назад. Я его так прям долго ждал. Очень надеюсь, что не разочарует. Оно должно так все рывками быть, когда я осматриваю что-то. Я думала, что никогда не найду себе места в жизни. Но Джейк принимал мои странности. Он всегда говорил, что я особенная. Исайя, здорово. Всем, кто подтянулся, добрый вечер, ребят. Это хоррор. Давай, шипи. Кто, думаешь, теперь тебя кормить будет? Это хоррор, да. Надеюсь, что будет страшно, а не как обычно. Смешно. Так, ну вряд ли он сразу в гробу лежит. Откуда там его? О, отсюда. Ну-ка. Вылезай. Хорош прохлаждаться, братюня. Привет, Джек. Блин, я, наверное, ломаю немножко атмосферу. Грусти и печали. Что ты сказал? Дом отдыха Нива. Ищи меня там. Пожалуйста. Свет. Его почти не осталось. Еще не совсем темно, но это ненадолго. Только ты можешь покончить с этим. Ты моя единственная надежда. Алло? Алло? Черт. Уф. Не знаю. Было неплохо, по-моему. Bloober Team Production. Пока что неплохо. Ну, не страшно, но... Интригует, во всяком случае. Надеюсь, дальше не подкачает. Здорово всем, кто подтянулся в чатик. Здравствуйте. Партийный дом отдыха Нива. Я сразу же почувствовала, что с ним что-то не так. Ой, да ладно, как ты догадалась? Что же навело ее на мысль? Ржавые ворота, разбитые окна, распахнутая настежь дверь. Что это могло быть? Может быть, он закрыт? Гениально. Осторожно, огне опасно. Это потому, что я в огне, просто в огне. Сожжем этот лес нахрен. В игре про Джокера, ну типа да. Говорят, ты начал Ундюрера проходить начал. А будешь проходить Алэлкникт? Алэлкникт? Ну, наверное, да, надо бы. Говорят, хорошая игра. Так, налево, ну, следы вроде слева были, ну давайте тушку осмотрим. О, что с тобой случилось? Может быть, этот олень умер? Да не быть, такого не может. Нужно, я уже скоро дойду до ручки вот с этой медленной беготней и ничего не происходит. Сейчас вы поняли. А, я дойду до ручки такими темпами. Да. Могу туда пройти? Нет, я упираюсь в траву. Ну, такое часто случается. Блин, что у тебя с лицом? Я как бы понимаю, что ты не в фокусе, поэтому я не буду спрашивать, что ты такая размазанная, но почему ты закатываешь глаза кверху так сильно? Дракон. Да пожалуйста. Как тебя повернуть-то, сука? Короче, смотрим так. Дракон. Польский. Очень уставший. Красные глаза. Какие можно сделать из этого вывода? Есть рычи? О, карта, пожалуйста, забери ее. Пожалуйста, блин. Вы здесь. Забери карту. Ну что, вы готовы? Готовы к духовному взрыву, я надеюсь. Да, изи, ёпта. Все, вы знаете, миллионы таких примеров. Ладно, скромно.
Блять! Сука! Ёбаное животное! Ебал твой рот, блять! Пух нахуй! Все, приехали. Теперь только дверь. Ну, в смысле, теперь только проход. Ну что, выходим из тела? И погнали дальше. Кто-то очень постарался, чтобы спрятать этот проход. Интересно, что здесь в обычном мире? Магический взрыв! Прекрасно. Долбоёбы, блядь. Короче, объясняю. Они ставят монстра в метре у тебя за спиной и говорят, сбеги из комнаты. У тебя первая мысль, типа, бежать вниз. Я отвожу стик вниз, она сворачивает налево, потому что, блядь, идите нахуй, вот почему. Стой, не бегай. Ой, господи. Ой, господи. Не оставляй меня здесь. Ой, господи. Ой, господи. В одиночестве. Голую. Ты чё, попутала, чертил? Да ладно. Я конец всего. Да? Здесь больше ничего. И понесем ее к тому зеркалу. Нет! Сука! Нихера она спринтить научилась, зацените, а, блядь, не туда! Какое нахуй! Черт, только бы сработало. Ой-ой-ой. Иди нахер. Я натянул твои руки. Ты идеально подойдешь. Отъебись, блять, от меня, сука. В смысле, бусфайт в натуре? Будем драться, серьезно? Вот прям драться? Ах, поскорее бы с этим закончить. Прям на кулачках, что ли? Что такое, приятель? Отстань. Ну-ка, что тут у нас? Вкуснятина. Собачья еда. Так, и мы покормили кошару вначале. Котика. Теперь покормим еще и собаку. Вот, подкрепись, дружище. Коки-фуд, доги-фуд. Блин, я больше животных в этой игре покормил, чем во всех других вместе взятых, наверное. Игра про то, как, короче, женщина толкает. Толкает речи. Толкает мусорные контейнеры. Вот ты где. Ага, она все еще внизу. Тележки толкает. Нужно от нее избавиться. Толкает просто все. Иди ко мне. Закрой свой рот! Да, гори, сволочь, гори! This that fucking bitch переводится сволочь. Продолжаем уроки английского с поляками. This that fucking bitch. Сволочь. Ох, надеюсь, теперь-то что-то там, блин, у меня какие-то вообще жесткие FPS-дропы начались.
же все неспешно, пипец. Учимся затягивать игры вместе с поляками. Поучительная, короче, игра получается. С какой стороны не взгляни. И снова у нас ходьба, бля, насколько можно. Ого, едва увернулся. Не, ну это херня какая-то, вот честно. И где же? О! Да, агент Болторез спешит на помощь. Походу, главная героиня тоже уже думает, когда же ее отпустит, как я. Агент Болторез, блин. Совсем девка ёбнулась. Ну, Лили там стоит, по идее. Сейчас посмотрим, что они скажут друг другу спустя столько лет. Тебе нужен медиум, достаточно сильный, чтобы тебя выдержать. Тебе нужна я. Других не хватало надолго. Ты их всех сломала. Марианна, не надо, пожалуйста. Прости, но не тебе выбирать. Это все-таки моя жизнь. Нет, остановись! Пожалуйста, сестренка, освободи меня! Нет, не подходите! Не подходите! Я конец всего. Это должна сделать ты, Она никогда не перестанет убивать, ты доведешь дело до конца. Только ты можешь положить конец всему. Всех не спасти, бабочка моя. Не дай бог вы, блядь, не покажете, кого она застрелила. Оставлю вам негативный отзыв в Стиме. Все началось с мертвой девочки. Всех не спасти достижений. Идите нахер, блядь, со своей игрой.